Всем привет! Сегодня я хочу сделать видео, как я храню свою косметику. Это не окончательный вариант, так что как бы все будет меняться. И мы начнем. Начну с вот этой стороны. Это зеркало, лампа. На ней висит подвеска сова. Там заколочки разные. Так, затем у нас идет вот такая вот коробочка. Вот, на ней лежат две палетки. Так, сейчас покажу вам. И внутри этой коробочки у меня лежит вот косметика. Так, это тональный крем, прибазы, метеориты, пудра. Эти румяна, муссы, тени, блески. То есть все лежит у меня здесь в коробочке. Так, сейчас это все уберем, поставим. Так, затем у меня вот такая вот подставка деревянная. Она разделена на три части, и в одной части у меня стоят, в первой самой, стоят кисти для лица, а также кисти для глаз, которые длинные, потому что у меня много кисточек, которые коротенькие, и, ну, не то чтобы их много, но я их положила вот здесь на первый ряд, да. А во втором ряду, в среднем, у меня лежат карандаши, подводки, туши, в принципе, вот так вот. Следующее у нас идет. Да, вот такая вот коробочка с бижутерией, сиреневая. Это пудра у меня прозрачная, рассыпчатая. Это две коробочки с бижутерией у меня стоят. Затем идет фотография. Вот этот вот стаканчик, там у меня кисти для тела, для лица. Потом деревянные лопатки для... Господи, как она называется? Для воска. Вот. Вот так вот стоит. И вот здесь вот у меня все мои книжки по маникюру, по макияжу, тетради. Вот, все это у меня там лежит. Затем мы переходим к вот этому вот ящичку. Это у нас там хранится вся уходовая косметика, все крема, лаки, шампуни там и все такое. Дальше мне идет... Дальше идет одежда, здесь у меня обувь, но про это я хочу сделать отдельное видео. И вот, в принципе, вот такой вот у меня стол. Вот, надеюсь, вам понравилось. Ну, я еще раз повторюсь, это не окончательный вариант, я все буду менять, все буду переделывать. Вот, всем огромное спасибо за внимание, надеюсь, вам понравилось. Оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!